График отключения горячей воды в Москве скорректировали под чемпионат мира. В Москве график отключения горячей воды летом 2018 года скорректировали с учетом матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» МАЭК. В пресс-службе заявили, что собираются обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований. МАЭК не отказалась от профилактических работ и подготовила специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Компания отметила, что горячей воды в домах не будет не дольше 10 дней. За это время на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах будут проводиться профилактические и капитальные ремонты, диагностика магистральных и разводящих сетей, перекладка трубопроводов. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Перейти в мою ленту новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.